Как думаешь, природа, она живая? Может ли она думать, как человек? Любить, ненавидеть, желать смерти? Вы в курсе того, что произошло? Туристическая группа пропала. Сколько трупов нашли? 4 человека и палатка. Они разрезали палатку изнутри, выбежав из нее кто в чем. Оставив в ней теплую одежду, еду, вещи. В таких погодных условиях это верная смерть. Они не собирались уходить из палатки? Поужинали и просто хотели спать, но кто-то или что-то... Верите, что что-то их убило, да? Как будто... Их забрали. Забрали? Кто забрал? Ну, от кого они из палатки бежали? Убийство туристов, что знаешь? По протоколу допросов местных жителей. 12 человек, разными словами, описывают одно и то же. Светящиеся шары в небе. Но если эти шары могли послужить причиной гибели? Манси эту гору называет Халат Чахр, гора мертвецов. Чьи название просто так не дается. Дятлова с 16 ноября в 10 вечера на ТНТ.